Дело в том, что мое личное мнение, что это теракт, к которому не имеет отношения ни Украина, ни Россия. Просто и та, и другая страна пытается сейчас эту ситуацию использовать в своих не совсем правильных интересах. То есть, если Россия говорит, что она этого не делала, я склонен этому верить. Потому что смысла сбивать гражданский самолет нет. Бывают, конечно, случайности, и мы уже их переживали с корейским пассажирским самолетом. Но это определенного рода все-таки были вынужденные какие-то меры, случайности. Здесь я считаю, что ни одна, ни другая сторона этот самолет не сбивала. И скоро это станет известно. Я думаю, будет за это стыдно и американцам, и украинцам, которые пытаются обвинить во всем Россию.